В моей голове теперь крутится ваша фраза «накопительная система откладывания реализации своей жизни». Понимаю, что мне нужна какая-то встряска, чтобы перестать сидеть на пятой точке. И график меняла, и режим питания, и сферу деятельности и увлечения, но без толка. Кручу мыслительное кино, ленюсь, одни и те же ошибки совершаю. Что бы еще попробовать? Да сюжетик кино напишите на бумажечку. Вы же его крутите. И все, что вы крутите, два кино не бывает. Если вы в кино в своем, в красивом там где-то с кем-то, и кто-то для вас что-то, то в этой обыденной жизни, когда вы вдруг глаза открываете, и надо что-то менять, в принципе, менять, да, вот разговор веду и предлагаю такие, ну, техники, упражнения, так, своего рода. Это только для одного, чтобы очнуться. Чтобы понять, что это кино уже завладело вами полностью и целиком. И чем жестче и дольше оно крутится внутри, в виртуальном вашем мире, пространстве, как угодно называйте, тем меньше вероятность того, что вы вообще этот мир, в котором приходится жить, спать, общаться, работать, там что-то делать, будете принимать. Потому что он никак не соответствует тому кино. Так вот, разность потенциалов всегда сработает там, где вам якобы лучше, краше, достойнее, приятнее, замечательней. И там самое главное, в нашем кино делать-то ничего не надо. Кнопка «Жданка» большая, красная такая. И вот ее с периодичностью нужно нажимать. Как только здесь что-то не устраивает, ухожу в кино. Возвращаюсь, подтверждаю то, что здесь все не так, как в кино, и по новой пошла. Так вот, кино себе напишите, коль вы такой классный сценарист. Значит, вы на основании чего-то это сделали, написали. Тогда что вам теперь нужно в этой действительности сделать для того, чтобы обрести этот сценарий, это ваше кино, в этой нашей суровой, непростой, быстро меняющейся на сегодняшний момент жизни? И не так сложно на самом деле это все сотворить, если понимать, действительно вы этого хотите. Потому что крутить кино и воплощать в жизнь – это очень две разные вещи. По емкости, по содержанию, по временному такому протяженности пути, по внутренней осознанности, по ответственности, там каких нужно качеств достойных включить в себе, обрести, где-то их там достать для того, чтобы этот сценарий стал вашей жизненной классной, достойной позицией.